Да, привет, друзья. Секрет присоединения к себе для того, чтобы управлять своим состоянием, он достаточно простой. Я вам приведу маленький приемчик, такой, с помощью которого вы легко сможете это сделать. Особенно это легко делают девушки, девочки, женщины. Почему? Потому что они очень эмоциональные. И у них поле внимания очень легко заполняется. Заполняется тем, о чем они сейчас, ну, к чему они эмоционально относятся. Но мужчины тоже. И ребята тоже. Да, только ребятам можно для этого использовать кулак. Да, можно кулак вот так вот сжать очень крепко, 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 крепко. Я сейчас скажу, что надо делать с этим, чтобы использовать это как посредник между умом и телом, чтобы снялся стресс, и вы вышли на состояние, вот такое состояние, ну, хорошее состояние, что тут говорить, состояние безмятежности, да, и настроились на то, что вам нужно. Да, девочкам проще. У них очень быстро поле внимания заполняется эмоциями, да, и поэтому можно просто взять пальчик, вот так вот сжать, и там появляется ощущение. А вот когда появляется ощущение, наше внимание невольно само приковывается к этому. И когда внимание приковывается к ощущениям, когда мысли сопровождаются ощущениями, ощущение же это, ну, это то, что вызывает у нас замедление времени восприятия и заполняет все пространство нашего внимания. И мы невольно как бы сосредотачиваемся и от всего как бы отвлекаемся. Вот смотрите, давайте берем пальчик, просто зажали пальчик. Да, и теперь возьмите, присоединитесь сами к себе для того, чтобы управлять своим состоянием уже сами в том направлении, как вы сами хотите. Например, для того, чтобы исполнялись ваши какие-то желания, настроенности. Да, сами создавали себе самовнушение. Вот видите, держишь палец, и там ощущение невольно, да? И вот сейчас постепенно, вы уже начинаете пристраиваться, адаптироваться, соединяться со своим состоянием. Да, вы уже отвлеклись от всего. Вы уже отвлеклись от себя. И сейчас рассеете взгляд, свободно сделайте ручки. Рассеять взгляд, сядьте, как вам удобно. Ну, я вот так сижу, а вы сядьте так, как вам удобно. Взгляд сделайте рассеянный. И обратите внимание, что мысли ваши стали какие-то спокойные, спокойные. Голова становится как бы пустая, как бы ни о чем. Даже мысли текут, но не сопровождаются эмоциями. Ну, какая-то такая вот безбрежность, бесконечность, безмятежность, суета мыслей исчезла, и в этот момент присоединились сами к себе, и можете теперь легко-легко пожелать, что же вы хотите, чтобы в вашем теле произошло? Тепло, и оно начинает происходить. Вот тепло пошло по ногам, вверх по всему телу, по всему организму, заполняет все тело целиком и полностью до краев, и все тело становится каким-то теплым и тяжелым, как будто наливается свинцом, и такой приятный покой, и отдых, и такое приятное ощущение. Так, хочется погрузиться и погрузиться туда. Это мозговой санаторий. 15 миллиардов клеточек мозга освободились от напряжения и начинают наполняться запасом питательных веществ. 15 миллиардов клеточек мозга освободились от напряжения и начинают заполняться запасом питательных веществ. Это мозговой санаторий, это нирвана. Это релаксация, это такое состояние безмятежности, вечности, вечности. Нет суеты мыслей. Так спокойно, голова как пустая, и в этот момент все восстанавливается, все истощенные функции,
восстанавливается, включилась внутренняя аптека, и теперь, если вы на что-то настраиваетесь или внушаете себе что-то, например, я здоровый, я молодец, мне хорошо, все будет прекрасно, завтра день у меня будет чудесный, вопреки всем обстоятельствам, утром, когда глаза откроются, я проснусь, как после глубокого детского богатырского сна. Потянусь, и ничто не сможет испортить мне прекрасного настроения. Вот так, друзья. А вы знаете, что я в этот момент сделал? Нет? Я кое-что еще добавил к тому, что я говорил. Если вам интересно подумать на эту тему и задать мне какие-то вопросы, напишите, я вам отвечу там в комментах. И не забывайте, у нас 14 числа будет очень-очень суперский вебинар. Там новые оригинальные приемы, антистрессовая подготовка, и там будет еще. Ну, короче говоря, кто будет Zoom там выходить, а там у нас будет в вебинарной комнате Zoom. Кто будет выходить в Zoom, сможет, участвуя на этом уникальном совершенно вебинаре, научиться даже незаметно для себя потом так выступать в любом обществе, если захочет, раскрепоститься, будет такой смелый во всех обстоятельствах, где хочет. Потому что это то, что мы делаем. Оно помогает вам чувствовать в глубине своей души абсолютную уверенность. Потому что на самом деле у вас все будет хорошо и все у вас получится. Вот вы увидите, как это здорово. Посмотрим. До встречи.